В здоровом теле здоровый дух. Апатитские соцработники, следуя этому девизу, находят время на физкульт-минутку, каким бы насыщенным ни был их трудовой день. Под руководством опытного инструктора они выполняют серию упражнений, чтобы быть в хорошей физической форме. Иначе, говорят они, попросту не хватит сил обойти всех подопечных. А их у каждого сотрудника Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения по 10-12 человек. Мой коллега Антон Рассказов увидел, как работают люди с большим сердцем и где они черпают неиссякаемую энергию. 5, 4, 3. На зарядку с бодрым настроем, а к подопечным на велосипеде. Соцработник Галина Орлова вот уже 7 лет каждый день спешит к пожилым апатичанам, которые по состоянию здоровья практически не выходят из дома. Ходит за продуктами, лекарствами, помогает по дому. Признается, все успеть, и помогает занятия спортом. Я, скорее всего, что на «ты» со спортом. Летом я на велосипеде работаю, потому что у меня подопечные мои в разных концах города, и велосипед мне помогает. Физкульт-минутки на этот раз участвуют не только сотрудники Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения, но и их подопечные. Программу упражнений на все группы мышц составила фитнес-инструктор Дарья Верясова. Конечно же, с учетом пожеланий участников зарядки. Я просто довольна, что, во-первых, людей увидели много, а то дома сидишь на диванчике, а здесь вот хорошо среди людей. Заниматься спортом, чтобы быть в форме – инициатива самих соцработников. Директор учреждения Светлана Марченко эту идею поддержала и договорилась с руководством спорткомплекса «Юность». Вопрос, где проводить тренировки, теперь решен, а желание участвовать в физкульт-минутке сотрудникам не занимать. В этот раз мы организовали мероприятие совместно с нашими клиентами, потому что это полезно как им для оздоровления, так и нашим сотрудникам. После тяжелой недели это очень хорошая разрядка. Плюс это все-таки сплачивает коллектив, потому что мы в неформальной обстановке проводим эти мероприятия. После совместной зарядки у всех участников ни намека на усталость. Соцработники и их подопечные улыбаются, фотографируются и договариваются физкульт-минутку непременно повторить.